Собственную криптовалюту S-Coin запустят городские власти Сеула, столицы Южной Кореи. Планируется, что S-Coin будет использоваться в программах социальных льгот. Технологии блокчейн внедрят в большинстве муниципальных структур Сеула, таких как общественный транспорт, выделение молодежного пособия и других. Криптовалюту будут использовать в качестве оплаты за работу в городских программах социального обеспечения для государственных служащих, молодых людей, ищущих работу, и граждан, помогающих сохранению окружающей среды.